На Вертолетной улице открылась новая подстанция скорой медицинской помощи. Бригады медиков теперь могут полноценно оказывать жителям квалифицированную помощь не только стационарно, но и амбулаторно, а главное – оперативно. О работе Зенинского поста Люберецкой скорой расскажем в сюжете. В микрорайоне Зенина и ближайших населенных пунктах проживает более 50 тысяч человек. Наличие здесь своей подстанции скорой помощи крайне необходимо. Чтобы бригада могла вовремя приехать на вызов, место ее расположения на Вертолетной улице выбрали не случайно. Очень выгодное положение, потому что можно очень быстро добраться до Матюкова, Машкова, Марусина. Также выезд Краскова, Коренева. Штат укомплектован. На первом этаже расположена диспетчерская, кабинеты старшего врача смены и амбулаторного приема. На втором и третьем этажах – помещения для хранения лекарств, комнаты отдыха, кабинет старшего фельдшера и конференц-зал. Все комнаты и производственные помещения, технические помещения – все очень качественно выполнено. 4 автомобиля скорой медицинской помощи класса Б были переданы. Рядышком находится современная поликлиника, поэтому если вдруг в вечернее время или выходные дни, у нас всегда медик на подстанции находится. Люди могут обратиться самостоятельно за медицинской помощью. Поликлиника была очень долгожданная, но у застройщика были обязательства по реализации второго проекта. Это новое отделение скорой помощи. И машины стоят на заднем фоне абсолютно новые, оборудованы всей необходимой электроникой, всеми необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи. Автомобили оснащены дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, электрокардиографами и другим оборудованием, необходимым для оказания медицинской помощи на месте вызова и во время транспортировки в больницу. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.